Деньги от продажи угля ни в коей мере не перекрывают бюджетные ассигнования дотации, да, на содержание здесь треста «Артик Уголь» и поселка Барентсбург. То есть, по сути, на сегодняшний день Россия продолжает платить за свое присутствие здесь. I've been talking with people high up in the Russian system, and he made it very clear at that time, you know, that we are in Spitsbergen and we are going to stay in Spitsbergen. And the coal production in Barentsburg is not important at all. Thank you.